Что касается этих личностей как в качестве возможного победителя, насколько они будут эффективны, то мы можем посмотреть на их биографии, как они были эффективны на том месте, где они себя проявляли, будь то мэр Камрата, депутат парламента, руководитель там, или работник администрации, исполкома. Эти вопросы так или иначе нам позволят проанализировать, насколько будет тот или иной кандидат эффективен уже в роли Башкана, учитывая также и контекст, что здесь есть и экономический потенциал какого-то региона, есть особые связи с Россией, есть внимание Европейского Союза, поэтому эти все факторы будут влиять на эффективность будущего Башкана.